Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. А сегодня у нас роллов больше, чем обычно. Хотя выглядят столько же, я просто очень тесно их разложила. Между ними пространства почти нету. Большой достаточно сет, по-моему, из 50 штук. А может и чуток побольше, не помню. Идеально ровные, идеально красивые. И давайте приступим. Сегодня, кстати, очень интересная тема для разговора. Я увидела в комментариях, что одна девушка написала: «Айка, расскажи про свой взлом канала. В чем была проблема и так далее». Просто я вам там рассказывала, по-моему, про партнерскую программу, которая по большому счету может решать вопросы на уровне вашего. В общем, у меня была такая ситуация. Утром я встаю, умываюсь, и тут мне приходит мейл, что вы нарушили условия партнерской программы. У вас снимают монетизацию. Монетизация – это то есть… Вы можете дальше снимать видео, но вы не будете с этого ничего иметь. То есть реклама уже не показывается на вашей странице. Первое, что мне пришло в голову в тот момент, я подумала, наверное, это какая-то ошибка. Читаю дальше. Дальше написано, что если в течение 30 дней вы не решите проблему, то ваш канал вообще заблокируют. А я не в курсе, какую проблему именно решать. Я решила перепроверить, зайти через компьютер. Что я вижу там? Там мне пишут, что большинство ваших видео не соответствует условиям партнерской программы YouTube. Я вроде такой контент зашкварный, не снимаю, сижу, кушаю. Как может быть несоответствие? У меня написано: исправьте свои ошибки. Потом напишите повторно нам. Через 30 дней можно повторно подать заявку. Исправить ошибки – дело несложное. Просто надо понимать, какие именно ошибки имеются в виду. Там подробно не было указано ровным счетом ничего. Я не знала, куда мне обратиться. До этого мне очень часто писали партнерские программы, что если что, мы можем решить вашу проблему. Вот. Партнерская программа – это как? Это как продюсер ваш, так скажем. Но они, естественно, предоставляют свои услуги не бесплатно. 20% вашего дохода уходит в партнерской программе. Если вы зарабатываете мало, то есть меньше 3000 долларов, то даже, по-моему, 30% вы должны отдавать партнерке за ее услуги. А по факту партнерка пишет уже тем каналам, которые уже хорошо зарабатывают, не тем, кто начинает, у кого 200 подписчиков. И как бы этот путь вместе с блогером не проходит, а сразу начинает писать тем, у кого уже хороший доход. Но я подумала, что раз они представляют эти услуги, раз они забирают ваш доход, значит, они что-то могут решить. Я решила написать одной из партнерских программ. Говорю, у меня такая проблема. У меня отключили монетизацию. Мне написали, что в течение 30 дней у вас вообще заблокируют канал, если вы решите проблему, а какую, я понять не могу. Еще такой момент. Когда вам отключают монетизацию, вы уже не можете писать в техподдержку. То есть техподдержка — это для работников YouTube, так скажем, да? А как тебе снимают монетизацию, считай, тебя уволили.
Написала я в несколько партнерских программ. И одна из них мне ответила, что мы решаем вашу проблему, но как только мы решим, вы вступаете в нашу партнерскую программу. Я говорю, окей, только решите. И они типа провели проверку, и мне говорят, дело в хэштегах. Я говорю, в смысле? Вы ставите неправильные хэштеги, не соответствующие вашему видео. Я как бы поверила в это. И мне сказали, что вам нужно исправить все хэштеги на всех видео. Даже где не стоят хэштеги, их поставить правильные. Я сказала окей, потому что, ну, я доверилась, да, так скажем. И в течение 30 дней я должна это все исправить и повторно подать заявку. Ну ничего, я сижу, значит, все это дело исправляю. Потом, опа. Резко вечером смотрю, что мне включили монетизацию. И без никаких объяснений. Поздравляем, вы теперь опять являетесь партнером YouTube. Я такая не понимаю, вроде я все хэштеги не исправила, как мне сразу? Я уточняю, мне сказали, да, вот из-за того, что вы исправляете это все, поэтому это увидел YouTube и сразу вернул вам монетизацию и вот эти все ограничения убрал. Я такая радостная, ура, я исправила, после этого внимательно смотрю на хэштеги, ставлю. Потом я как-то решила написать в техподдержку YouTube. Потом спустя немножко время. Написала, что у меня вот такая ситуация была. Можете мне сказать, в чем была причина? Почему мне отключили монетизацию? Или, возможно, это была какая-то ошибка? Как только я написала, там через день вроде отвечают, мне через полтора ответили. Как я написала в техподдержку? Все очень просто. Когда уже включили монетизацию, я написала. Или что-то такое было, я точно уже не помню. У меня память куриная. Я вам рассказываю, как я это помню. Возможно, чуть-чуть я что-то где-то забыла. В общем, как-то я написала. И мне отвечают, зачем вы спамите? Я говорю, в смысле? Говорит, спам запрещен, а вы спамите. Зачем вы, говорит, столько ставите ссылку на ваш Инстаграм и на ваш второй канал? Я такая, я не знала, говорю, что этого делать нельзя. Я-то подумала, что я под каждым видео в инфобоксе оставляю ссылку на свой второй канал, оставляю ссылку на свой Инстаграм. Из-за этого они так поняли, что это типа спам. И этого делать нельзя. Но хорошо, что я уточнила. Я говорю, а что мне через видео ставить ссылку на свой Инстаграм? Нет, вы нас не поняли. Зачем вы ссылку в Инстаграм в инфобоксе ставите три раза одну и ту же ссылку? Вы что, думаете, что так будет более эффективно? Вот дословно так мне написали. Я такая пишу, ну для удобства, чтобы красиво. И они мне пишут. Это считается спамом. Вы несколько раз оставляете одну и ту же ссылку. Вот оно что, Михалыч. Оказывается, дело-то не в хэштегах. Потом я написала этой партнерской программе. Хорошо, что я не подключилась пока что. Что, оказывается, вы даже не знали, в чем проблема. Если вы не знаете конкретно, в чем проблема, зачем говорить, что вот конкретно проблема в этом? Скажите, не знаю. Вы знаете, зачем они так говорят? Чтобы, если что, все исправится, сказать, вот,
Я вам сказал, вы решили эту проблему, теперь подключайтесь к нам. Вот какая-то такая система. Поэтому я моим подписчикам говорю, что не спамьте, это очень опасно. Особенно на моем бумажном канале. Иногда девчонки там ставят по 15 комментариев, пишут: подписывайтесь на мой канал, пожалуйста, подпишитесь. И одно и то же сообщение по 500 раз пишут. Я понимаю, что вы хотите развить свой канал, но это спам, и это очень жестко карается. Например, вы хотите как лучше, а получится не очень. Вкуснотища. Делаем вот так. Вот с тех пор я всегда ставлю одну ссылку. И вам не советую. И косяк заключается в том, что когда тебя блокируют или что-то происходит, тебе не говорят конкретно проблему, в чем заключается, почему именно так происходит. И хорошо, что есть, например, второй канал. Я как-то не додумалась в тот момент написать, например, Сайкука. Но Сайкука я могла бы написать техподдержку и объяснить ситуацию. Что, как, почем. Поэтому, мои хорошие, избегайте спама. Нигде не спамьте. Часто замечаю, люди там пишут: предлагаю посмотреть мое видео. Я оставляю ссылку. Предлагаю посмотреть мое видео. Это до поры до времени, пока YouTube вас не увидит. Можно рекомендовать свои видео. Напишите разные хотя бы комментарии. Там под одним видео, например, у меня вышло новое видео. Под другим видео я рекомендую вам посмотреть этот контент. Самое главное, чтобы это все не было одинаково. Я наелась, мои хорошие, было очень-очень вкусно. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю, целую. С вами была Айка.